Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, Джек и Игорь, и сегодня мы будем продолжать нашу рубрику «Не смейся, челлендж в Майнкрафте». Эй, да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки, знаете, только благодаря вам выходит эта серия. Да, ребята, всем привет, и надеюсь, в этот раз вы тоже поставите огромное количество, кучу лайков. И очень много соберете, и выйдет новая смешная серия. Я вам обещаю, приятного просмотра. А чё я не первый? Чё это мы так быстро? Давай. Обманули как-то на изи, на изи. Я сейчас покажу. Так, подожди, Эдисон, мышцы лица ты должен напрячь так, чтобы не смеяться никогда в жизни, понял? Ну чё, Жека, давай, удивляй меня, давай. Эй, Дуня, здорово, привет, ты смотри, какая красавица, давай, возьми меня, смотри, я попка тут. Да чё, всё, Жека, стоп, нафиг это всё. Какая попка? Жека, короче, мне на самом деле это уже всё осточертело просто. Вот эти квадратики, вот эти квадратные женщины в Майнкрафте. Ой, тебе не нравлюсь? Нет, ну подожди, просто на самом деле мне уже просто надоело даже быть одному. Я себе хочу нормальную девушку найти, а не вот это квадратное чудище. Короче. Ты с меня чудище, ну это понятно. Жека, у меня есть план. План у меня какой, есть. Какой? Иди сюда. Сюда я иди. Подошел, стою. В комнату ко мне иди, сюда я тебя тут. В комнату, сейчас, погоди. Сюда иди. Ну чё, какой план? Садись. Ну. Жека, я тебе честно говорю, мне уже просто надоело быть одному, поэтому и вот эти квадратики вот в Майнкрафте. Я тут нашел офигенное приложение. Тут на самом деле себе девушку вообще настолько просто найти, то, что ты себе даже не представляешь. Бату называется приложение, знал такое? Ну да, что-то слышал такое, вот, да. Вот. Все. Я прям вступаю в активный поиск. Иди сюда. В общем, Жека, смотри, видишь, вот это приложение. Ага. Тут настолько просто девушку себе найти, то, что ты даже себе не представляешь. Вот смотри, сколько. Нифига себе, красавица. Офигеть, просто. Вот именно. А еще знаешь что? Что? Вот и специальная функция «Люди рядом». Ну, то есть, любая из этих девушек находится где-то возле меня. Может, даже в соседней квартире, прикинь? Офигеть! То есть, я сейчас могу любой написать и просто уже наконец-то пойти и погулять с ней. Вот, допустим... Нифига себе, вот смотри. Вот это чек... Ну? Да, нормально. Вот держите меня, семеро! Ой, короче. Так, Жека, я сейчас еще, наверное, поищу одну, другую, третью, что, ну, чтобы вариантики были. Чтобы у меня были, вот. Потому что... Надо! 22 года, надо себе искать девушку, короче. Я еще оставлю ссылочку в описании на вот это приложение. Любой вообще может зайти, просто найти себе девушку за пару минут. Вот. Так. Настя. Ты еще тут? А, да, я убегаю, хожу. Я тут романтик. Хорошо. Хожу. А я ломал стекло! Не, хуя. Стартуем! Я начну стрелять! Я сказал, стартуем! Полетели в космос! Если мы сейчас не стартанем, я тебя отстрелю ниже пояса! Подожди, это у тебя... Это борода была? Это были морская пехота! Упал, отжался! Раз-два! Понял? Стартуем! Стартуем! Полетели в космос! В космос полетели! Это начну стрелять! Стрелять! Чур я не второй! Чур я не второй! Так, Жека, давай, проваливай! Давай, стартуй, Жека, стартуй! Я проваливаю! Давай! Давай. Жека, не смеяться вообще. Я вообще не смеюсь, да, вообще. Не смейся, челлендж, понимаешь? Вообще не смеяться. Ну, я понимаю. Вообще, тихо. Ну что, кто-то себя вел плохо в этом году? Да, не-не-не, все нормально было, все нормально. Эдисон показывал письмо. Жека, баба, вы поплатитесь за это? Кто будет играть со мной в игру? Не-не-не, я ничего не показывал! Я точно с тобой играть в игру никого не буду. Игра называется «Очко». Давай, тяни сколько карт, столько выйдет. Надо выбить 21. Давай вперед, играем «Очко», брат. Не больше. 21! Давайте. 21! Я выиграл! Вот пила, конечно. Давай, Эдисон. Я готов! Давай, Эдисон, давай. Давай, раз, два, три. Не смешно. Жаги, понятно, Лицо! Лицо! Где лицо? Что происходит? Ааа!
Эдисон все время какие-то наркоманы, знаешь? Он наркоман! Вначале он вниз головой ходит, лица у него нет. И все время он хотел мои марьевские грибы съесть. Давай, Жека, давай. Давай. Ничего не вижу! А ты сейчас, ты сейчас улыбаешься? Я Артем Гет, ты передо мной ничего не вижу! Подождите, подождите меня, подождите, я сейчас выйду. Откуда выйдешь? Давай, да подожди, подожди. Раз, два, три. Ребята, я на цирку рыбу поймал, рыбу в моей мечте. Ребята, я сейчас такие страны! Я! Так, а что это теперь я, да, пока? Да, кажется, типа да. Так, ну конечно, что ж ты пошел? Так, ну давай. Эдисон, ты как бы это повернись там. А, понятно. Так, ну что, готовы? Я, конечно, готов. У меня есть информация по одному из вас, да? Да, да. Я надеюсь, не про меня. Мне кажется, кто-то здесь снимает зомби-апокалипсис. Так вот, я бы хотел попасть в видео. Зомби-апокалипсис. Я слышал, это где-то тут Эдисон. Подписчик! Это не Эдисон. У Эдисона должна быть балладая кепка, а тут нету Эдисона. А ты? Ты? Ты кто? Я только рыбу люблю. Ясь! Что насчет зомби-апокалипсиса? Ну я подумаю. Все больше. Хорошо, я вообще-то самый лютый зомби. Меня зовут зомби-валелка. Мы вам перезвоним. Зомби-жорик. Зомби-золик, да. Мы вообще-то не смеемся. Хорошо, будет не смешно, но я постараюсь, чтобы было не смешно вообще. Грустно прям. Давай так, чтобы я вот отдохнул. Так, подожди, я найти не могу с волота. Подожди, где? Маша! Маша! Рыбу, с**ка, украла! Маша! Где? Рыба моя! Живет дура себе! Маша! Рыбу украла! Это надо было делать вот так, Эдисон. Надо построить кусты и кричать «Ш**!». Я запомнил. Это реально тема, Игорь. «Ш**!». Я запомнил, хорошо. Вы ж только запикаете это, да? Я вообще-то пришел к вам как бы, ну вот с одной как бы мыслью. Самое лучшее средство от геморроя это палка. Угу. Вообще-то огурцы, я зеленый как огурец. Так, заткнись. Вообще-то самое лучшее средство от геморроя это палка. Нужно аккуратно его смочить, вот так вот смочить. А потом вставить вот так вот в попку, вот так вот в попку, иди сюда! Иди ко мне! А ты что злишься? Иди сюда! Шлюха! Шлюха! Я точно геморрой просил. Так, это сильно. Давай. Мне тут сказали. Вот у тебя есть земля? Есть у тебя земля? Есть? Нет. Ты украл. Держи землю, а у тебя есть земля? Есть у тебя земля? Нет, ну вообще держи есть. Держи тогда землю, держи, мне не жалко. Смотрите, сколько у меня земли. Ничего себе, сколько земли. Кто хочет? Дай еще землю дать. Землю? Да, ну держи тебе землю, вот я тоже землю, да. Много земли. Мне кажется... Нет, у меня только огурцы. У тебя вообще-то была палка. Так. Ну, в общем-то, давай, следующий. А где мои кусты? Земля моя. Эх, мы прощаемся с педобиром. Я еще вернулся. Да я вернусь, подождите, сейчас медведь вернется, медведь. Но это сильное заявление. Проверять это, конечно, не буду, вообще не буду. Не буду я это проверять, сильное заявление, да? Палку покажи, сильный. Да, сильно. Сильное заявление.
Держи землю, держи землю. Она мистическая, можешь проверить. Эдисон, дружка, а как же похайпить? Продолжай хайпить. Никто, я больше всего не дружку. Уходите, уходите. Ладно, ладно. Маша, дом это вставить. Ты потом только не отговаривай всех, что ты не показывал писю. Ничего я не показывал, ничего не было. Ничего не было, Игорь, ничего не было, ничего не было. Не было ничего. Ничего не было. Он изращёга, он изращёга. Не было ничего. Я просто, я уже... Игорь, ты мне потом по секрету расскажешь. Не-не-не, Игорь, ничего не было. Да, по секретикам не поделюсь. Понятно. Да, Жека невидимая. А где же Жека? О, нет, где же? А стенка-то видимая, стенка видимая. Может быть, он тут? Нет, его здесь нет. Мой рак, не сволочи! Да где моё... Паскуд... Дай бей! Рейд, Игорь, рейд! Рейдим нахрен! А я сюда! Я сюда! У меня тут пушка иди. Давай, Эдуарду, покажи нам, что ты можешь. Только чтоб было вот прям смешно. Прям вот. Не, ну. Ух, как. Я постараюсь, ну типа. А, ну вот это и было, это потом это не считается, это не считается. Я же говорил, что Эдисон показывал. Ничего не было! Я всегда это знал. Вот Игорь, ты молодец, вот ты мне верил, вот ты правильно делал. Сейчас. Сейчас выйдет большой. Да нет. А нет. Ну, наркоман, смотри, он опять наркоман. Просто чисто пришел с пасеки парень, поймаю. Саву! А я как... Это типа такой хохол, да? Не, писюнковый злодей! Не. Если ты поворот, то пидираешь. Не смешно! Ничего не смешно-то! Не смешно! Не смешно! Чё, смотри в лицо, в глаза мои белоснежные, смотри. Где твои глаза? Вот! А чё, не видно? Глаза мои! Я знаю, что это лицо с предыдущего чувака. Нашла я, да? Да! Фига, он еще сгибается? Опять пацан показывает! Чисто, по-моему, рубрика в трех давно превратилась. Если он будет знать посередине, то есть... Да не, у меня просто мыслишка появилась. Да нет! Не, зомби, ты хотел ко мне в зомби-апокалипсис попасть, да? Пошли. Там, я постель приготовился. Он ходит! Да, они! Жека, смотри, он ходит! Пошли, зомби, будем тебя в новую серию внедрять. Давай, пошли за мной, пошли, зомби. Да, короче, дорогие друзья, мне кажется, эту анархию надо заканчивать. Ну да. Так что, короче, надо ставить лайки, я знаю. Надо ставить лайки, да. Да, много лайков будет, будет много серий. Ставьте лайк, если Эдисон показывал писюн. Я вообще еще комментарий пишите, вот что... Ничего я не показывал! Вы там уже сами пишите, что хотите, а мы почитаем. Да, короче, ребят, много лайков, много серий, с челленджем не смейся. Спасибо за просмотр, всем удачи, всем до свидания. Пока!